Бах-б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 ах. Могеге, я хочу... Йонакутян... Посмотреть с ней фильм «Три икса» с Вином Дизелем он хочет очень. Ну, Йонакутян тоже очень тащится от Вина Дизеля, поэтому чего и нет. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и сейчас мы будем досматривать вот этот вот замечательный трейлер следующей игры по Magicka Castle, которая или выйдет, или не выйдет, я уж не знаю на самом деле. Ну, факт тот, что в прошлый раз она у меня остановилась на ошибке, если вы помните, и это, конечно, не дело. Я скачал другую версию Magicka Castle, установил, сейчас посмотрим, как оно пойдет, в общем, что тут говорить. Снова наш Магеков Хашацкий пялится в небо по-киношному, традиционно, в стиле таких, знаете, крутейших трейлеров, смотрит и ждет, когда же появятся враги, которых он сможет нашампурить по полной программе. И вот они появились, Магеков Хашацкий! Заточенный генерал, его судьба! Вернуть генерала, добро пожаловать в замок Магека! Магеков Хашацкий, Магеко, Магека, Магеко, Магеко, давно не... Чё-то... Трахает? Кого давно не трахает? Генерал, не хочу сражаться, все плохо! Я успел сейчас некоторые слова даже прочитать, в отличие от прошлого раза. Все в порядке, братик. Нет, я бы не сказал, все плохо на самом деле. Ничего тут не в порядке. Вот этих картинок вроде не было, да? История замка Магека. Великое приключение генерала Хашацкого. Дата выхода неизвестна, блин. Ну правильно, эта игра-то еще черти знает когда вышла, сама замок Магека. Тогда было неизвестно. Сейчас, может, тоже неизвестно, хрен его знает. Хотя мне писали в комментариях, что вроде как что-то скоро планируется про этого Магекова Хашацкого. Ну, давайте, в общем, нажимаем Enter. Дальше должна быть бонусная комната, о которой мне уже писали вы, наверное, раз так 500 под каждым видео просто. Еще и куча лайков на этих комментариях. Посмотри бонусную комнату, посмотри. Смотрю бонусную комнату. Тем более мне самому интересно, что там за бонусная комната. Погнали. Я так понимаю, сейчас сразу... А вот и она, бонусная комната. И мне уже нравится вот это. Смотрите, все особые магекоста. А это что? Подождите. 7 особых магека. Нет, это не особый магека. Вот это явно не особо. Так, ну хорошо, давайте идти. В общем, по порядку. Обитатель бонусной комнаты. Эй, это бонусная комната. Здесь вы можете увидеть рабочие материалы из игры, бонусные материалы и профили каждого персонажа. Если вы сейчас покинете комнату, игра начнется с самого начала. Конечно, при вас останутся все ваши вещи, и вы сможете вернуться позже. Я помещу вещь, бонусная комната, в ваш инвентарь. В любом случае, спасибо, что прошли игру. А теперь идите перекусить или еще чего-нибудь. Вот сразу о жратве. Вот сразу видно, что мы разговариваем с Магекой. Потому что сразу перекусить обязательно. Прошутто, конечно же, великий прошутто. Ах, пьет. Так, ты это, слышишь? Это вредно. Сильно не налегай тоже, а то будешь бухой Магека. Изжога — это плохо. На мне на все наплевать, Моги. Да, я вижу, что это... Такие ребята, гедонисты без мозгов, лишь бы удовольствие получить. Устрицы. Время ужинать в маге. Обитатель бонусной комнаты, кстати. Мне вот нравится, вот как их окрестили. То есть, мементо мори. А вы хотя бы можете выходить отсюда? Кока-кола, кстати, по-моему. Разлитая кола. Окей. Музычка такая-то веселенькая. Вкусная кола, вкусная! Я хочу умереть в то время, как буду есть прошутто. Это можно устроить. Давай, запихивайся. Сейчас я достану свой большой мясницкий нож. Эй, присаживайся. Ты у меня сейчас присядешь. На бутылку, блин. Или вот на этот стул с пиками точеными. Хах. О, а что это с ним? Кто вообще это приготовил? А кто вообще у тебя шрам на башке приготовил, чувак? Радио включить? Ну да, включить. Ух ты, диджей Мэтт. Эй, приветик, доброе утро, хорошего дня, добрый вечер. Время для эфира подземного мира. Кровавое радио с вашим призрачным ведущим, диджей Мэтт. И сегодняшний наш гость, та-да, братолюбивая старшеклассница. Гениально. Йонака Курай. Воу, хлоп-хлоп-хлоп. Привет, братолюбивая. Итак, ну и как, Йонака, что думаешь по поводу замка Магека? Если честно, я бы не захотела снова оказаться в одном из таких замков. А то! Но не волнуйся, история будет даже еще более жестокой и возьмет от тебя еще больше. А? Ну да ладно, а ведь я тоже ненадолго появилась в этой игре. Ты меня заметила? Ну еще другие ребята, ну да ладно, ну ты поняла. Нет, подожди, история
Что? Я не слышала об этом. Ладно, а теперь давай-ка быстро пройдемся по рубрике «Вопрос-ответ». И наш первый вопрос от М-сана из префектуры Кей. Йонака, скажи нам, пожалуйста, каких мужчин ты любишь? Фух. Братьев в основном, я так понимаю. Это главное свойство мужчины, чтобы он мне понравился. Он должен был вылезти из той же, что и... В общем, вы поняли. Короче, братьев. Желательно родных, наверное, да? Йонака, и чего же ты там на это скажешь? Нет, я же пошутил. Зачем она это сказала вслух? На всю Японию, да, это радиостанция, или куда она там вещает? Братьев, да. Отлично просто, слушай. Тебя больше не позовут на это шоу. Кстати, а чё сзади эти чуваки там делают? Они типа звукачи, да, они звук налаживают. А это режиссер типа говорит, чтобы мы правильно держались в кадре. Хотя мы сидим на сраных стульях, как там не держаться-то в кадре? Ой-ой, как много брата любви! Отвратительно! Я согласен, да. Ты не могла бы быть чуть менее жестокой? А братик твой не мог бы быть, блин, чуть менее жестоким? Ну да ладно, не будем вспоминать этого обмутка. На правду не обижаются, ага. Ой, ну знаешь ли. Окей, пошли дальше. От Люди. Пожалуйста, расскажите нам о первой любви Йонаки. О-хо-хо! Братик. Это правда, инцест. Ну и глупенькая же ты. Ты не так поняла. Это чистая любовь. Да, мы моемся перед этим делом. Разве это не одно и то же? Опять ошибаешься. А-ха-ха, это чистый инцест. Ты безмозглая дура. Радиоведущие очень деликатные в Японии, надо отметить. А! Так, следующее. От «Я люблю трусики». «Я люблю трусики»? Это кто? Это какой-то японский диджей, виджей, как они называются эти ребят. Пожалуйста, расскажите нам о любимом человеке Йонаки. Б. Б. Б, да. Мы знаем, что это твой вонючий братец. Что-то не так? Хм. Кто это сказал? Ня-ха-ха. О, Папайрус Стайл пошел. Ну, может, мы взглянем на вопросы другого плана. Может, это даст призрачный шанс. Ня-ха-ха. Вопрос от Хашацкого. Почему Йонака была выбрана в качестве главного героя игры? Да какая разница? Что за... А, ну, конечно. Не спрашивайте меня об этом, мне как-то пофигу. Смотрите, Хашацкий же, он главный герой следующей игры. Ему завидно, почему он не главный герой этой. Хорошая шутка, мне нравится. Это жестоко, ты жестокая. Заткнись, братолюбка конченая. А теперь извинись перед всеми братолюбками Японии. Ах, то есть ты не скрываешь этого? Ах да, я тут время от времени шатаюсь по замку Магека. И раз уж я не такая слабачка, как ты, то мне так легко убивать всех этих Магека. Ну я же простой человек, что ты хочешь от меня? Вообще-то ничего, глупышка. Ты жестокая. Что значит я простой человек, что ты хочешь? Что это за отмазы? Это вот отмазы всех неудачников по жизни. Я простой человек. Андрей Чикатило тоже был простой человек. И Списивцев был простой человек. И этот бицепский маньяк, как его, тоже был простой человек. Но это не мешало им всем убивать. А чё, а ты хочешь сказать, что ты не способна на это? Фу, какая ты слабачка, действительно, Йонака. Аж стыдно за тебя. Данное видео не является пропагандой массовых убийств. Это все шутка. Надо на всякий случай это отметить. Но все-таки, Йонака. Да? Почему ты действительно так любишь своего бро? Почему? О боже. О боже, это не ответ. Ты большущая простофиль. Гия. Что? Что? Да у тебя кровь пошла. А, это бывает иногда, это почти как пот, наверное. Точно, у нее глаза там немножко протекают. Немножко полностью протекли все глаза вообще, целиком полностью. А, вы все такие странные. Сказала братолюбка. Ничего плохого в этом нет. Да, ничего плохого там нет. Я не виновата, что у него самый большой пипиндр во всей Японии. Где еще такой найти? Кстати, ты уж литр крови видела, неужели еще не привыкла? Ну, я боюсь вида крови. Тогда получай еще больше. Эй, ты что творишь? Стой. Эх, вот немного грязной крови. А, боже, ты мне Магико напоминаешь. О, это бешеная. Она была очень страшной. Ага, она на меня тоже так напала в один из своих приступов безумия. И что дальше? Я драпанула. Так и думала. А теперь возвращаемся к вопросам. Это вопрос от Чикабоба. Почему Йонака скрывает один глаз за челкой? А это хороший вопрос, кстати. Я уже предполагал, что она одноглазая, да? Ну же, почему? Чтобы быть похожей на брата. Да, это даже больше, чем ужасно, это физический гад.
такая грубая. Насколько ты вообще любишь того парня? Гадка-гадка. Мне он нравится, я ничего не могу с ним поделать, ага. Но разве не опасно закрывать себе один глаз, когда, например, на велосипеде катаешься? Я не катаюсь на велосипеде. Но не волнуйся, я катаюсь. Так что ты можешь сесть на багажник. О, как многообещающе. Но я хотела бы сесть на финдер своего брата. Мне не нужен твой багаж. Блин, пока болтали о тупой ерунде, потратили почти все наше эфирное время. Это ты виноват. Йонака, если не сложно, скажи пару слов игрокам напоследок. Ну, дорогие игроки, спасибо вам огромное, что прошли замок Магека. Стой, это все? Для меня игра была слишком ужасной, так что это все, что я могу сказать. Ну как хочешь. Ня! Окей, с вами было Кровавое Радио. А у микрофонов же были Диджей Мэтт и Йонака Курай. До встречи на следующей неделе. А что будет на следующей неделе? Мне б знать. Пока-пока. Пока-пока. А на следующей неделе придет Папайрус и хорошенечко тебе костями отдерет своими за то, что ты воруешь его. Ня-ха-ха. Это у нас что такое? Выход след. Смотрите. Это... Картинки. Картинки и как бы... Не только картинки, но еще и небольшие, как анимации, получается, да? Все вот, все, что было в игре, вот все оно здесь. Вопрос, тут нам нельзя. Это что? Ага, это когда Магека вознесся. Ну окей, понятно. След. Давайте, след. Что за след? А след у нас... О, это битва была потрясающая, да, я помню это время. Дефектный Магека против короля Магека, да. Да, шикарно. Ну, мы все это уже видели, поэтому выход. Выход. Давайте смотреть, что еще предлагает нам игра. Дата выхода 1 апреля 2012 года. Что именно? Ну, я так понимаю, если тут 1 апреля, то это значит, что явно то, о чем они говорят, не выйдет никогда. Это все розыгрыш. Кстати, а мы можем что-то взять? На столе много еды. Ну, а может, мы можем угоститься? На столе много еды. Нет, на столе много еды, мы можем только на это посмотреть, да? Какие-то книги, внутри множество всяких записей. Как убить Магека? Ну, давайте посмотрим. Если вы хотите убить Магека, то вам следует вырвать его хвост. И вуаля! Магека истекает кровью и умирает. Вы великолепны, конец. Вот это бы вначале бы знать, конечно. Какие-то книги, внутри множество всяких записей. Хотя я все равно бы этого не делал, я не могу их убивать. Они слишком симпатичные. Юху, это король Магека. Сегодня, наверное, я раскрою некоторые шокирующих хобби Нега-Магека. Я скопирую эту запись и распространю по всему королевству. Поехали. Вау, этот ваш Нега-Магека. Я чувствую какую-то жажду крови за этой дверью, так что, наверное, хватит на сегодня. Адьос. Так, поехали. Волшебное заклинание. Если вы произнесете это заклинание, то произойдет чудо. Славься прошу, топлався прош... О, господи, не так, еще раз. Славься прошу-то, плавься срашу-то, славу-то провся, славься прошу-то. Шучу. Ах ты, блин, тут, я думаю, чудо не произошло, согласитесь. Это странно. Моге-ко. Помешалась на хвостах и прочем, Моге. Это очень секретная информация, Моге. Магетян точно умрет через несколько дней. Записка заляпана пятнами крови. А, понятно, они от магиков все-таки они решили избавиться, да? Насчет хашаски. Хашаски, хоть они выглядят как мы, магико, но они совершенно другие создания. Они отличаются от нас характером, действиями и так далее. Единственная общая у нас с ними вещь — любовь к прошутто. Только вот они не почитают прошутто как всемогущую сущность. Кроме того, они, кажется, считают прошутто обычной закуской. Вместо этого они почитают замороженный йогурт. Скорее всего, это бог их ледяных земель. Хашаски все еще покрыты тайной. Особенно их лидер, генерал Хашаски. Настоящая загадка. Требуется дальнейшее расследование. Будет очень больно, если Магико найдет ту записку. Так что я должен где-нибудь это спрятать. Все ее интересы — бессмысленные вещи. Записка заляпана пятнами крови. Короче, она до всех добралась, да? Кажется, ты можешь посмотреть видео. Трейлер новой игры. А, так то же самое будет. Да, да, это мы уже видели. И что, и никак? Escape. Походу, нет, это придется. Придется смотреть, блин. Да смотрел. Уже в третий раз или в который. Смотрите. Ой. Так, погодите. Давайте пока... Господи! Огромная комната, блин. Тут вообще не заканчивается все это дело. Так, это у нас, смотрите, класс. Вот это классно, слушайте, было, а. Так, окей, ну это такое. Это все, знаете, вот это все, это такое. А вот это вообще, это супер. Это обалденно. Теперь мы можем подходить к вот этим вот, да?
Йонака Курай, рост 158 сантиметров, конфеты под звездами, братишка. Любит братика, ненавидит вопросы. Старшеклассница, которая любит своего братика. Ненавидит вопросы, да, вопросительные знаки. Только ей задают вопросы, она сразу по роже. Ненавижу, когда меня спрашивают. Ей сила хватера на 70, у нее хорошие рефлексы. Любит белую лапшу. Выглядит довольно серьезной. Но за баратом... Я сыта по горло этим замком. Дефектный Магека, ничего такого, ненавидит короля Магека и ничего не любит. А, любит вопросы, любит, когда ему задают вопрос, молодец. Дефектный Магека, его ждала казнь, он очень быстрые рефлексы, раньше жил с королем. Хех. Могеге, ахаха. Любит девочек, ненавидит слизняков, загадочные их существа, окутанные тайной, себя называют магитян, могут бесконечно самопроизводиться разными путями. Они почитают одного лишь бога Прошутто. Девушка, созданная Магека, конфеты, табаско и все милое. Все это ингредиенты для того, чтобы сделать идеальную девушку, но вместо конфет добавили бетон. И была рождена психопатка. Да, все для Магеко, да. Любит страдания и крики других, ненавидит все вышеуказанное, но наоборот. Убийство, насилие, играть с игрушками. Это вообще супер хобби. Убийство, насилие и играть с игрушками. Слушай, вот когда будешь на работу устраиваться, обязательно так заполняй про графу с хобби. Немного странный Магека, любит пить чай. А, любит выпечку, побыть в одиночестве. Хобби пить чай, ненавидит многоножек. А тут где-то были многоножки в этой игре, кстати. Можно было бы ему подкинуть. Один из семерых Магека. Сравнительно честный Магека, который любит читать и пить чай. Про него почти нечего рассказать. Уже скоро время пить чай. Да, жизнь, конечно, бьет ключом у человека. Фея... У Магека, прошу прощения. Фея Прошутто. Быть модной, любит саму себя, ненавидит глупых людей. Я тоже глупых людей не очень люблю, у нас с тобой это общее. Одна из семерых Магека, у нее много девчачьей силы, источник ее магии, мощь Прошутто. Что? Кровавый дух. Любит гулять, любит дайфуку, хобби гулять, ненавидит темные места. Один из семерых Магека, он, правда, очень стеснительный, довольно невинный. Если ему прикоснуться, ваша рука покроется кровью, вообще невинность прям. Так и плещет. Хасу, проповедь. Любит бога Прошутто и ненавидит тех, кто отвергает бога. Один из семерых Магека, набожный верующий в бога Прошутто, живет для того, чтобы распространять слово Божье. Господь всегда присматривает за нами. Мофору, пушистое хобби, пушистое любит, ненавидит непушистое. Класс. Ну, я все понял, да. Я все понял. Значит, у Йонаки никаких шансов нету, да, потому что она не пушистая. Один из семерых Магека напоминает Мофуку, но совсем с ними не связан. Бедного парня так часто атакует монстр. Ой, ну и ну. А, да. Вот видишь, Магека. Такого самца тебе не видать. Он любит только все пушистое, извини. Магикоко. Коко. Любит, ненавидит Коко. Один из семерых Магико. Это не костюм, это его тело. Попробуйте его снять, и будете все в крови. Кукарик, нет, спасибо. Нега Магека. Один из семерых Магека, противоположность короля Магека. Король и Нега, две стороны одной медали, видимо. О, плачущий Магека. Магека, скорбящий об утрате Прошутто. Скорбить об утрате Прошутто. Любит. Хоббит такой же и ненавидит скорбить об утрате Прошутто. Верни его! Моя печаль никогда не пройдет. В моей груди осталась большая дыра. Сердце холодно, как лед. Меня окутывает бесконечная ночь. Кто-нибудь, пожалуйста, спасите меня. Засуньте мне в рот. Прошутто, в смысле. Белошерстный магипаразит. Хоббит паразитировать, любит паразитировать, ненавидит быть растоптанным. Жук, который заражает магию. Это жук, это не жук, это червяк, по-моему. Ну окей. Его опасаются за возможность развиваться в магеках жуков. Скрим-скрим. Мофуко. Пушистая. Ну, то же самое. Все у нас пушистое, не пушистое, да? А Магека, зараженные белошерстным паразитом. Если их обнять, на ощупь они мягкие и пушистые. Их забавно подбрасывать. И ронять после этого, да? Магикаэль. Прими же суд божий. Это кто такой? Слуги самого бога. А, я понял. Они по бокам стояли, когда он возносился там, этот, который слуга господа там или кто. Если в вас попадет его стрела, то вы начнете страдать от болей в животе, рвоты, повышенной температуры, а в конце умрете. Так что уворачивайтесь. Палач Магека. Огонь, хобби огонь, любит огонь, ненавидит. Воду, наверное, ненавидит, я не знаю. Не тот Магека, которого казнят. Любит вид разгорающегося пламени. Ничего не может поделать с тем, что он хочет сам зайти в пламя. Гори! Личинка Магека. Хобби мамочка, любит мамочку, ненавидит мамочку. Личинка Магека. Магека рождаются из яиц, которые изрыгаются изо рта, но также они могут размножаться и в людях. Как это приятно сейчас было читать. Трубач Магека.
трубач Магека. Хобби трубы, любит трубы, ненавидит трубы. Магека, который играет на трубе с самого рождения до смерти. Выглядит так, будто он играет на трубе, хотя на самом деле это его рот в форме трубы. Если посмотреть спереди, то внутри трубы можно увидеть зубы. Ни хрена себе, слушайте, какая жуть. Безумный Магека. Хьорк, понятно. Обезглавленный Магека. Ну-ну, когда голова ну, без головы. Понятно. Урх. Зомби-магека. Хобби садоводства. Блин, потрясающе. Любит ароматные оливки, ненавидит дождливый сезон. Мертвый зомбированный магека. Его тело гниет и отвратительно пахнет. Притворяется, что не умеет говорить. Хотя на самом деле довольно красноречив. Король магека. Хобби. Что-нибудь эротичненькое. Любит девочек, ненавидит слизняков. А если слизняк наденет бюстгальтер, то как тебе? Пойдет? Любовь с ненавистью смешиваются одновременно. Получается такая чувственная диалектика, да, чувак? Я чувствую, что меня куда-то не туда занесло. Вот что я чувствую. Будем надеяться, что червяков и слизняков в бюстгальтерах он тоже не любит. Король загадочных магека. Считается, что он либо напоминает бога Прошута, либо он его инкарнация, либо он и есть сам бог. Постоянно занят тем, что мечтает о девочках. Магеге, я хочу... Йонакутян. Посмотреть с ней фильм 3 икса с Вином Дизелем он хочет очень. Ну, наверное, да. Это... И чем еще с Магекатян, с Йонакатян заниматься? Йонакатян же, он сказал, или Магекатян? Магеге, я хочу Йонакутян, да. Ну, Йонакатян тоже очень тащится от Вина Дизеля, поэтому почему и нет. Генерал Магеков Хашаский. Хорошо! Ни хрена себе, я брутально его озвучил. Так, хорошо! Магеков Хашаский. Хобби делать снеговиков. Любит замороженный йогурт, ненавидит страшных людей. Генерал, рожденный в Кремле... Магеков. Русского языка не знает, был пойман и заточен Магеко. Хашаский. Делать снеговиков любит, любит замороженный йогурт и ненавидит вопросики. Загадочные создания, родом из Кремля, Магека. Похожи на Магека, но отличаются. Все они верны своему генералу. Генерал! Натака Куракава. Это что-то новенькое. Девушка с безжизненными глазами, обычная старшеклассница. Эх. И Мика Юджима. Девушка с яркими волосами, обычная старшеклассница. А они, наверное, в поезде были, да, в самом начале игры? Там были какие-то две девушки. Мэтт! Призрак, который любит избивать людей. Недавно стал работать диджеем. Чувак, до смерти и забью! Курацуна. Обычный демон, проходящий мимо. Искала свой мобильный телефон, который она потеряла в замке Магека. Какое мне дело? Хантен. Довольно сильный демон, проходящий мимо. Искала Курацуна вместе с Мэтт. Хи-хи-хи! Шинья Курай. А, свинья, здорово, блин, мудила. Старший брат Йонаки. В его прошлом что-то произошло. Детали неизвестны. Да мне срать, мне в настоящем там произошло более чем достаточно. Пошел он нахуй. Бог Прошутто. Один и единственный бог, который снова снизошел на землю. Он и никто другой, его есть святая сущность. Славься, Прошутто, я прощаю грехи каждого магека. Так бог Прошутто, это я в шапке? И как? Или я и обезглавленный Магека, соединенные вместе, как бы, только та часть, которая не обезглавленная, а та, которая голова. Голова Магека на голове главной героини, это типа бог Прошут. Ну окей, идем дальше. Переодеться. Ух, блин. О, прикольно, а ну-ка, смотрите. Я могу все менять, да? Вся в крови, ну-ка, давай. Ах, какая красота вообще, обалденно. Так, что еще может? Китайский костюм. Кошачьи ушки. О, миленько. А в самого Магека, я хочу в Магека переодеться. Я хочу стать формой медсестры. Вау, странный костюм. О, вот это идеально. Так, подождите, запомнили, странный костюм, да? Мужская форма. Ну, это совсем неинтересно, на самом деле. Форма средней школы. Это тоже уныние какое-то обычное. А, ну, блин, обычная форма, понятно. Значит, получается, пушист. Ой, еще! Не, ну, это не так. Это не так, ребята. Вот это что-то немножко не то. Китайский костюм. Кстати, неплохо, в принципе, так. Форма горничной, смотрите-ка. Так, ну, мне кажется, что если бы вот король Магека на все вот это смотрел, на все эти переодевания, он просто бы сейчас слюной бы и зашелся. Давайте все-таки, во! Вот это шикарно! Вот это класс! Это что? Сменить фоновую музыку. Вот! Вот это! Вот эту мелодию я люблю. Ну и посмотрим, что у нас тут. Сменить фон. Стена. Темный лес. А, то есть я выйду, и тут везде будет фон темный лес? Нет. Ну это... Фон, значит, менять, в принципе, смысла какого-то, наверное, не имеет, да? Ну вот сменим мы фон, допустим, Господь наш на небесах, офигеть. Ну окей, получается все, ребят. Я все посмотрел, да, в нашей бонусной комнате, я так понимаю. Я реально уже везде побывал, вроде как, все поглядел, всех персонажей. Ну чё, да, оно того стоило, это было довольно забавно.
Меня не раз рассмешили. Ну-ка, выходим отсюда. И я так понимаю, игра пошла заново, да? Эй, не спится? Ты приняла свое лекарство? Понятно. Все в порядке, я здесь. Надеюсь, скоро тебе полегчает. Да, я так понимаю, эта игра, наверное, пошла с самого начала, да, вот это вступительный ролик. Сегодня я прочитаю тебе сказку. Конечно, конечно, это оно. Ну все, ребята, все, значит, заканчиваем. Не будем же мы прям заново все перепроходить, согласитесь. Уже посмотрели бонусную комнату, уже делать нечего. Это было весело, забавно. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, жмите поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании под видео. И давайте уже на этот раз навсегда прощаться с нашим Магека, с нашей Йонакой. Ну, разве что до выхода вот следующей части про приключения генерала Хашацкого. Если она выйдет, если... Может, она уже вышла? Нет, она еще не вышла, вы мне написали. Да, она еще не вышла. Ну, когда она выйдет, я обязательно в нее поиграю, потому что эта игра оставила у меня огромное количество положительных эмоций, и я думаю, что следующая игра из этой серии тоже вполне имеет все шансы повторить ее успех в моем случае. Все, всем счастливо, всем удачи, всем пока.